Дорогие земляки, от имени всего коллектива совхоза имени Ленина хочу поздравить вас с нашим общим праздником. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, человека, именем которого назван не только наш поселок, но и наше хозяйство. И это хозяйство, которое я представляю, может подвести определенные итоги, потому что к юбилею всегда в России подводятся итоги развития предприятия, рассказывается о планах о будущем, в честь юбилея дарятся всякие подарки. Если посмотреть на нашу более чем столетнюю историю, то можно сказать, что за эти долгие годы с именем вождя мирового пролетариата мы достигли очень хороших результатов. Это видит каждый приезжающий в поселок совхоза Ленина. И то, как мы относимся к пожилым людям, к нашим ветеранам, и то, как мы устраиваем жизнь наших детей, то, как мы работаем, все это вызывает уважение не только в нашей стране, но и за ее пределами. Лучшие показатели в производстве земляники, овощей, молока, лучшие социальные условия – та территория социального оптимизма, которую мы строили на протяжении долгих лет, вызывает не только уважение, но и восхищение у многих жителей России. В свое время, когда Владимир Ильич Ленин создал Советский Союз, многие жители нашего мира, нашей земли, хотели жить в условиях Советского Союза. Сейчас многие граждане нашей страны, России, очень хотят переехать в совхоз имени Ленина. Именно потому, что мы устроили здесь территорию, которую завещал строить Ленин. Когда главное – это дети, когда старшим нужно помогать, когда нужно совместно решать все проблемы, чувствовать чувство коллективизма, локти, чувство справедливости. Я очень благодарен своему коллективу и вам, тем людям, которые живут здесь, которые оценивают наш труд. Я надеюсь, то, что вы сейчас увидите на слайдах, мы не потеряем никогда и только разовьем это. Потому что если бы идеи Ленина не были уничтожены 30 лет назад, то вся Россия жила бы точно так же, как живем сейчас мы. С прекрасными детскими садами, со школами, с парками. Кстати, вот к юбилею мы закончили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, бассейна, который мы так долго ждали, и сегодня могу сказать, что если бы не этот коронавирус, то сегодня было бы открытие нашего, я думаю, уникального объекта. Если наши враги, люди, которые пытаются изнутри разрушить нашу страну, наше хозяйство, не победят, то у нас еще впереди очень много побед, очень много свершений, которым мы должны гордиться. И все это делаем мы под знаем социализма, социалистического хозяйства, социальной справедливости. Я поздравляю вас с этим праздником, желаю здоровья, счастья, желаю того, чтобы мы вышли из всех трудностей, из этого кризиса, который сейчас переживаем, с честью, с достоинством. Наше дело правое, победа будет за нами. Труд наш есть дело чести.
есть подвиг доблести и подвиг славы. К стану, коли ты склоняйся, к скалу ли ты врубайся. Мечта крылатая, мечта прекрасная всегда зовет тебя вперед. Дела столетий. Счастье берем по праву и жарко любим и поем, как дети. И звезды наши алые сверкают небывалые над всеми странами, над океанами осуществленную мечтой.